сделано в ветке. Любители ветской истории сейчас могут погромче сделать свои радиоприемники. В эфире исторической программы «Сделанная Вятки». Мы находимся здесь вдвоем, в нашей студии. Евгений Петунин, историк, краевед, руководитель Музея наук ВятГУ. Добрый день, Евгений Альбертович. Всех приветствую. Меня зовут Владимир Сметанин. Вот, забегая чуть вперед, пришел с реквизитом сегодня Евгений Альбертович. Фуражка форменная. Какого года? Фураж где-то 50-х годов. Форменная фураж речного флота. Вот Харда. Правда, не совсем. Не оригинальная. Она позднего периода, а сама фуражка. Вот она по улице не рискнула идти, но это все из реквизитов Музея Вятского госуниверситета. Музея Вятского госуниверситета. Можете заходить на сайт hakirova.ru, это есть там видеотрансляция. Заглянуть имеете полное право в нашу студию. Ну и к тому же потом на нашем сайте я приветствую будет видеотрансляция. А видеоверсия видеопрограммы будет выложена. И, собственно, Евгений Альбертович там предстанет во всей красе. Это еще не все. Еще белейший итель почти у капитана Врунгеля. Это тоже уникальный, он даже не ношенный. Это образец формы речфлота 1953 года. Еще воротник стоич. Два ряда золоченных пуговиц, карманы, вот полный антураж. Ну, примерите, я думаю. Ну, я с трудом в него влезаю. Да. Ну, собственно, уже несколько раз вы проговорили, о чем мы сегодня будем говорить. Мы анонсировали в прошлой программе, сделанной в Вятке, эту тему. История речного флота Вятки и Кирова. Ну, больше Кирова, наверное, мы поговорим. Больше Кирова, потому что если брать там купеческую историю, то там это все уже писано и переписано. Это есть уже и в альманахах Герцен, и история купеческого флота, и на множестве сайтов, и все это известно. Уже вот изучено, любой человек может зайти в интернет и посмотреть. Поэтому больше возьмем советский период и личные впечатления. Вот, например, мое поколение, те, кому 50 плюс-минус, там столь это мы пережили гибель в начале пароходного флота, потом гибель теплоходного флота, потом гибель вообще речного пароходства и всей его инфраструктуры. Вот. А она была огромная, еще было все заложено. Я напомню, что идут споры, кто же первый. Заходишь на сайт Котельнича, наш там купец первый пароход на Вятке запустил. На сайте Орлова они утверждают, что нет, это у нас, что был он первый пароходец, да. И все-таки и там где-то еще, там не помню уже, на каком фукаре, да, тоже наш первый там еще деревянный пароход построил. На самом деле все-таки я склонен вот считать, что первое пароходное товарищество было организовано в 858 году, за 100 лет до моего рождения, вятскими купцами, но не из Котельнича, не из Орлова. Не Булычевым и не другими, а Ильиным, Столбовым и Орловским купцом Чудиновских. И им принадлежал первый вятский пароход, прибывший в город в 61 году. Вот с этого момента и считается как бы начало пароходного сообщения. 1861. Поэтому, да, и поэтому год отмены крепостного права. В 61 году у нас уже столетие отмечали с помпой пароходства. Была все-таки, да, это был, я еще чуть-чуть, назывался пароход «Вятка», и был предназначен для буксиров, и имел длину 20 сажен и 50 лошадиных сил, чуть побольше запорожца. Вот. А в 73-м году, кроме буксирных, вот, появились и пассажирские. Что буксировали-то? Простите, баржи были, деревянные баржи. Баржи они протекали, везли в Слободской, например, продукты оттуда, соль туда везли на баржах, оттуда везли масло, сельхозпродукцию. Зерно, разумеется. Да-да-да. И на барже был шкипер, поэтому на буксире всегда капитан дежурный, ну, матрос шкипер назывался, кричал несколько раз там в течение часа, а у тебя в трюме вода, то ли столь это вершков там. Хорошо, едем дальше. Баржи обычно обратно не возвращались, потому что было нерентабельно их тянуть. Их обычно привозили. Хотя были исключения, но обычно привозили и разбирали на месте эти баржи, огромные баржи. А будущее их? Куда потом-то баржи? На дрова. На дрова. Угу. И разбирали, строили новые. Легче было, наверное, рациональнее построить. Это вот первые пароходы. Деревянные баржи. Маломощные буксиры, деревянные баржи. Вот, и все-таки вот с этого года, с 858-го, была построена огромная инфраструктура. Мы ее еще застали, когда был и речной порт, и были шикарные магазины внизу у этого речного порта, ОРС речного пароходства.
вот, где 80-е годы, например, там продавали фанту, иногда пепси-колу и жевательную резинку, поэтому ходили, упали либо... А ее непосредственно либо по, в магазине, по воде и доставляли эти все товары? Да, почему там, именно там? И еще пароход Москва, такой прогулочный был, и тоже там был буфет, вот там продавали эту пепси-колу, вот, когда нигде не было. Да вообще там и форменная одежда была, вот ходили люди в форме, это все дисциплинировало, то есть это, я помню, что когда смотришь из Александровского, тогда Халтуринского сада, это была огромная структура, были портальные раны, они постоянно днем и ночью работали, была железная дорога, все это, все подходы перекрывали огромные высоченные ворота. Вот. И были и прогулочные теплоходы, и колесные буксиры, и пароходы, и моторные лодки. Вагоны грузились щебнем, отправлялись, вот постоянно все это подсвечивалось прожекторами, поэтому жизнь была очень бурная. Кипела жизнь. Но не только совсем это, недавно, ладно, я понимаю, что люди работали, которые были плавсостав там, на этих судах, и все, но была огромная, на мой взгляд, паразитарная надстройка, то есть это само управление речного пароходства, оно занимало огромных, там, по-моему, даже два этажа огромного дома на набережной. И если представить пароходство, сколько чиновников было на душу каждого члена плавсостава. Они даже газету свою долгое время выпускали. Я еще помню, о чем писали. Была газета «Речник Вят». И вот о своих проблемах. Ну, конечно, сейчас говорят пиар. Но... А сейчас я посмотрел в интернете. Оказывается, Вятское речное пароходство зарегистрировано в каком-то маленьком доме. И где-то на Большой горе. Это вот за Саниками, там в районе Филейска. Порта. А Филейский порт строили еще в 70-е. Говорили, что такое мощное сейчас у нас будет грузовое движение, и зачем нам перегружать Вятку, тут бла-бла-бла, тут у нас этот, пляжи, тут у нас это и туда. И надеялись там портальные раны. Вот все погибло. Говорят, даже остатки музея ушли, и все, ничего. Ну, мы подойдем. Вот. А так, вот, в принципе, то, что задел дали купцы пароходам, я не буду повторять вот название там, Булычев, дед там. Угу. Это все на слуху, это все известно. Прочее, это все известно. Кто-то интересуется, может найти без зубового труда. Что, первое, это слухи о полноводности Вятки, они очень преувеличены, что вот там в те годы, например, в начале 20 века она была полноводная. Вы имеете в виду, что сейчас мы... Да, сейчас она мелела. Нет, считать, она всегда была мелкой. Намного. Поэтому путешествие, к примеру, из Нижнего Новгорода или Казани, оно не было комфортным летом особенно. Вот по большой воде, да, там садился на пароход в Нижнем и, значит, сидя в буфете или где-то там на палубе, в каюте, можно было доплыть. А летом это все происходило. В Нижнем садишься на большой красивый пароход американского типа, там двухпалубный или большой, едешь до Сокол, и это стан, ну, пристань в районе 9 впадает в Каму, там дальше, чуть подальше, там где-то в районе тебя пересаживают на другой пароход. Менее уже вместительное судно. Менее. Потом дальше ты доплываешь до Котельнича, там снова Вятка становится мельче, тебя пересаживают на третий пароход, еще хуже. Или вообще вот если... А на потом говорят, иди-ка ты друг пешком уже. Это бывало, но маленький буксир, который тянул баркас. А баркас это ведь, думаю, лав, и вот вообще можно было до Вятки добраться. Иногда, да, иногда не добирались, а смогли с удовольствием. Мало ли, лето только... жаркое, например, да, да, еще Вятка сильнее обмелела. Лето жаркое, до Филейской горы. А оттуда все-таки пешочком, а там были извозчики, вятские извозчики, которые брали уже не по 5 копеек с версты, а по 12 оттуда, потому что знали, что одеваться некуда, и хочешь не хочешь, с Филейской горы можно идти. Также они, например, извозчики из местных сел и деревень, они очень любили дежурить возле известных перекатов и отмелей. Потому что Вятка на чем была коварна? Мели постоянно меняли свое место. Были перекаты очень известные. Ну, течением песок наносит, вот, наносит неизвестно где. Известный Ревун, туда. Это между на полдороге от Слободского до Вятки. Там перепад, водопад был метр, говорят, вообще в некоторые годы. Вот такие были. И мели известные. И поэтому зачастую пароходы садились
садились на мель и торчали на этой мели, либо следующий их не стаскивал, либо вообще вот у этой периода спасения не шло. Но вот все-таки не было вот в фильме «Волга-Волга», когда там этот, который России подарила пароход, сел на мель, и помните, там титры: прошел второй день, прошел там пятый день. То есть там люди бы просто загадили бы весь пароход, выпили бы всю воду, съели бы весь, и выпили весь буфет, и не знали бы, чем заняться. То есть ребы всего вряд ли им позволили на пароходе находиться. Поэтому зачастую, если пароход садился на мель, то во избежание там их-то проблем зачастую перевозили на берег. И на берегу, на поляне люди сидели и ждали, вот, когда уже не стащат. А кто там торопился, пожалуйста, извозчик, двойной счетчик, двойная тасса, и можно. Так что вот, и были по большой воде, конечно, хорошие, были американского типа, двухпалубные, фотографии моря вчера, полночи сидел, смотрел, красивейшие пароходы были. Ну вот после революции 17-го года, после тех событий, конечно, очень много речфлота вообще по всей России пострадало, утонуло, было сожжено там красными, белыми, теми, этими. Не было, разумеется, национализация это все. Ну да, то были переоборудованы и из наших пароходов, и многие участвовали вот на Вятке в сражениях и там по другие нужды. Поэтому пароходов не было, никто же не строил в разруху. И поэтому свет и забрали после 17-го года. Самое лучшее, самое красивые Булычевские, Тырышинские, Александровские пароходы были изъяты на Двину, на Волгу. Вот если, например, в этом же фильме «Волга-Волга» снимали, там, помните, да, они плыли по каналу, все там. Да, там, говорят, чуть ли не с половины России собирали весь этот плавсредство, чтобы для того, чтобы создать иллюзию, была, да, что там все это кишит, и все. Ну, жизнь была, но не настолько. Вот поэтому ходили у Печес. И знаете, вот хватило их до 60-х годов. Вот, ничего не менялось. Вплоть просто до 60-х годов прошлого века их можно было увидеть, просто, и они работали. Да, увидеть это можно было до 80-х последнее, но в целом ничего не менялось. Только то, что они не были частными, а стали государственным. Речное пароходство, порт, была пристань Вятка, потом порт Вятка, порт Иров, потом пристани сделали, пристань Вятская Поляна и Отельнич тоже переименовали в порты. Вот все это развивало. Дорог не было. Вот, например, вот представьте, Гольцы, да, это вот в сторону Орлова ехать, вот там, ну, известное село Гольцы, сейчас курортное, отечественное, но когда подъезжаешь к Гольцам, ты уже дома, это 20 минут, если проба нету, ну, полчаса, и ты в Ирове, а пароход отходил, как правило, не на чем было ехать, отходил уже поздно вечером. Были красивые закаты, вот очевидцы писали свежесть от воды, и вот можно было поспать Тихомирно в каюте, и только утром он появлялся в Вятке, он возле Филии. Ну, если у тебя много времени, вот, хочешь понаблюдать тогда за окрестностями, за природой, пожалуйста. Это считалось порядком вещей, это еще 50-е годы, вот эти воспоминания 49-го года, но ничего не менялось. Вот, стало меняться вот первые пароходы, первая разделка пароходов на металлолом, вот этих старых еще у Печес, их состоялось у Ирова в 55-м году у моста в Заречный парк. То есть, ну, мост наплавной, все его старожилы помнят, и, видимо, вот где там у моста, на этой, на той, вот первые распилили, уже, видимо, износились. А вторая состоялась... Ввиду старости, да, их решили именно таким образом утилизировать. Плохого ухода, да, все там один одному. Там ведь делали, когда не хватало, каждый пароход – это все-таки явление индивидуальное. Там ставили рубку от другого, нос приваривали от третьего. И вот конструктор такой собирали, ходили, да, разных ходили, лишь бы комплектующих. Там же ведь, ой, был 60 сантиметров – это вот нормально. 80 осад считалось для Вятки. Метр – это уже чревато было. Вот в 60-м году еще 5 судов были осушены у переезда в Вересники. И вот тоже были распилены на металлолом. Ну, но ведь это трудоемкое довольно занятие. Ну, утилизировать, если судя по воспоминаниям, на металлолом-то куда девать? Вот, ладно, там списанное, да, последнее, вот это, сейчас мы подойдем, это очень жаль было. Ну, вот очевидцы, что пишут, что все-таки в 50-е годы, в 60-е
пассажирские пароходы уже не производили впечатления. Они уже были старые, каюты, ну, обиты, видимо, были лидерином, там, дерматином, покрашены. Вот старые вагоны, представляете, только еще хуже. Там каюты были 4- и 6-местные, ну, и люксовые 2-местные. Все это, конечно, уже... Да, если что судить, если там вот морские суда, вот, и они там чуть ли не по 60 лет ходят и реставрируются. Ну, тем не менее. Вот. А зато впечатление производили буксиры. Вятские буксиры были могучие, с могучим свистком. Троекратное эхо по лугам разносилось. Вот, если он шел там порожняком без баржи, то прямо вот даже этот колесный, то волна от него против течения буксира шла аж за пару километров, сообщала о его появлении. Ну, буксиры-то они были и стоящей эпохи, или это уже современные? Те еще. Вот только в 60-е годы где-то там на севере Великом Устюге были сделаны новые буксирные пароходы. Поначалу ведь буксир, он тянул за собой баржи, а потом уже в 60-е стали появляться толкачи, то есть высокая рубка. Уже и баржи уже были не деревянные, а железные. Вот были команды, конечно, уже сформировались. Я понимаю, что там, конечно, были репрессированы владельцы пароходных компаний, но капитаны многие остались на своих должностях, потому что устройство парохода намного сложнее, чем устройство паровоза. К тому же, вот сама эксплуатация, она гораздо сложнее, чем ездить по железным дорогам. То есть, там надо было принимать, знаете, механизмы всякие разные. И автономно уходили без радиосвязи, по авиатке там ходили. И надо было принимать самостоятельные решения, что делать. И, в общем, экипаж вписывался в пароход, делая его одушевленным. Вот. То есть такая самостоятельная такая единица. Ну, такая, вот, отдельная такая капсула жизни. Вот я вот видел эти пароходы, и сидя вот на скамейке в Александровском саду, можно было наблюдать, да и повят. И даже в одном... Хотя у нас вообще пароходы закончились в 80-е годы. Вот, наше поколение все это отлично помнит, вот, когда последние ходили, и мне удалось побывать на одном из них. Вот у меня один мой приятель-однокурсник, он писал диссертацию по речным делам, по рыбам и все, и было две экспедиции. Ну, от Ирова мы тоже не смогли, хотя был маленький катер, вот, примерно от Советска до Камы и обратно. И вот однажды мы шли по Вятке, уже возвращаясь на нашем маленьком плавсредстве, и впереди шел вот этот огромный буксирный пароход, резвый, последний навет, и он дымил, а дым почему-то, он, видимо, не погоде, вот знаете, когда он опускался, не вверх, а он прямо по Вятке. Да, ну, и мы все в этом дыму, в клубах дыма, мы черные, у нас только глаза и зубы, и мы догнали, чтобы сказать, что такое там, и залезли, пришвартовались, взяли на абордаж, залезли, и капитан вышел, там были рубка, и вот два балкончика, мост, и высокий, и был красиво, он показал нам устройство, и дальше, а что, ребята, в баню хотите, мы-то, ну, вроде бы, сейчас заходим, у них баня, и что интересно, баня, там, на борту, там дама, на судне. Дама работала очагаром, ну, там, наверное, все это было на мазуте, вот, а она ж холодная, пока вы топить будете, ща, это у нас быстро. В общем, приходит эта дама, очагар, отвинчивает вентиль и накачивает это помещение горячим паром. Вспоминаются кадры из фильма «Трое лодки не считая собаки». И вот очень жаль. Потом я узнал, что этот резвый, он оказался вообще последний навет. Подожди, резвый или трезвый? Резвый. Нет, это трезвость, норма жизни там была уже на... Судно под названием «Трезвый». Его оставили в Советске на пристани. И я тогда в газете работал, я помню, мы пытались, ну, перестройка 90-е годы, тотальная нищета, бедность, разрушение всех госструктур, денег нет у него, вот, хорошо троллейбус там спасли, что-то еще, а пароход он остался, и беда вот эта жадность, вот, нужен был кому-то трос, и его просто привязали причалу большим стальным тросом. Вот кому-то трос понадобился, и, видимо, не охранялся. Вот просто в наглую плевать на пароход, трос сняли. А и пароход ушел. Пароход, он по течению ушел. понесло, он, значит, и это, как бы, речник и поймали, и в такой затончик его оттащили, хотя можно было поставить, оттащить в котельнич. Вот паровозы же ставят везде. Такой бы музей шикарный был. Вообще богатейшее 100
в 61-м 100 лет, да уже, если с 858-го, это уже с Оль-Атам было бы лет 160, да. Угу. И в Отельнич, Вят, он нашли бы место, ну, стоит же Аврора, ну ладно, у нее железо толстое, сохранить можно было, нет, отогнали в затоны, вот охотники, и просто даже не государство, а вот эти местные... И тоже распилили? Распилили, разломали. Вот. Такой. И еще был один у нас такой нефтеналивной танкер, вот его куда-то передали в другое пароходство, и просто до невозможности перестроили, он уже исторической ценности не представляет. И я думал, что это у нас беда одна на Вят. Оказывается, вообще в России не сохранилось ни одного живого лесного буксира. Ни одного. Вот. И есть музей там где-то в Сибири. Один пароход вот в Сибири, не помню, в Томске, по-моему, осушен и превращен в музей. Вот молодцы, вот, конечно, оставили. И только по Северной Двине еще один круизный вот такой лесный пароход настоящий, не знаю, на травах или на мазуте, на чем он вот пользуется большой популярностью. Как ретро такое плавсредство. Хотя у нас и мэр был речником вот в ту пору, там пытались какой-то музей сделать в районе Филейского порта, и тем не менее вот ничего не получилось. Вот жаль резвого, жаль, из-за швартовочного троса, из-за железа, вот просто это в протоке его разобрали. Резвый, а второй быстрый был, он тоже в Аркуле стоял на разогреве мазута, ремонтировался даже в Саратове, вот, и затем он был полностью перестроен до неузнаваемости под коммерческий проект. Вот. Ну, менялось время, на смену у Печес им приходили другие, и многие помнят, что вот в 60-е годы появились знаменитые речные автобусы, так называемые. Давайте о них уже, Евгений Альбертович, после небольшой рекламы. Середины часа у нас мы прервемся. Сделано в Вятке. Истории Кировского речного флота посвящена сегодняшняя программа «Сделанная Вятке». Евгений Петунин, историк, краевед, руководитель музея. Просто музея ВятГУ. Музея ВятГУ, да, помню. Кстати, мы сегодня должны еще сказать про выставку. Да, сегодня у нас... Давайте сразу скажем. Сегодня у нас музей событий. В 5 вечера у нас будет открытие выставки. Наше вятское отделение Союза дизайнеров России отмечает 15-летие. И творческий отчет в инжиниериуме, это Преображенская, 41, в 5 вечера открытие. Выставка будет работать до 12 октября, но сегодня основные события. И мы от нашего музея ВятГУ сделали экспозицию «Вятский промышленный индустриальный дизайн». То есть представлено все, что в разные годы делалось на Вятке, что мы смогли найти и собрать. Это и швейная машина «Мила», приемничек «Эльфатон», магнитофоны «Олимп», 4 «Олимпа», по-моему. И самое интересное, мотороллер «Электрон» в идеале. О! Да, реставрация Евгения Катаева. Гран-при на сайте «Советский мотороллер». Он тоже будет представлен. Ну, еще много интересного, поэтому милости прошу. В 5 вечера сегодня открытие, да. Преображенская, 41, инженериум. Где сова на фасаде, да, где да, бывший дом политпросвета. Политпросвещение, бывший дом, вот. Да. Возвращаемся к речным судам. К нашему плаванию. Речные автобусы, так называемые. Заря, автобусов, наверное, будет несправедливо сказать, что только речное пароходство эксплуатировало пароходы и теплоходы. Было три организации, минимум три, это ВРП, речное пароходство, потом Вятлесосплав, которая тоже огромный был флот небольшой, и было МРХ, Министерство рыбного хозяйства. Но это меньше, но уже тоже и имело в основном катера типа РС, там чуть побольше, и другие плавсредства. Ну и не считая маломерных судов. Но вот, конечно, было очень интересно смотреть и наблюдать, как тянут плоты, но вред этой ветке, говорят, вот когда стали давать в аренду артелям рыболовец им участки реки, то говорили, что ветка, дно ее услано бревнами. Вот это, вначале вот эти, был малевой сплав до 60-х годов, потом тянули буксиры, интервалы доходили до часу. Вот час, плот один, другой, следующий, вот когда большая вода, иногда там длинные плоты загибали куда-то там на излучение Вят, и то дежурил второй катер, который подталкивал. Угу. Была бригада на плоту, которая
которая там был тяжелый груз в конце плота, который поднимался лебедкой или машиной, там трактором, кабель по дну проложен. В общем, была тоже целая система и структура, которая умерла. Ответственная работа. Да. К 60-м уже менее актуальным стали становиться пассажирские перевозки, хотя они и в 70-е имели значение. Это с развитием, собственно, уже сети автомобильных дорог, да? Дорог. Железнодорожного транспорта. Угу. Да. И уже лень было кому-то от Гольцова до Вят и ночь плыть, можно было за час добраться автобусом. Хотя вот я даже в 72-м году мы из Медведка до Котельнича пароходом, автобусом неинтересно было, это еще с музеем и поехали. Сколько по времени это заняло? День почти. Да, уже. Медведок на Линском, Котельнич, понятно. И вот я еще про структуру не сказал, что ведь и были и учебные заведения. Было у нас первое училище, почему-то не ГПТУ, а просто ТУ, вот на улице Свободы. Там было отделение, этот самый моторист речного флота. Моторист рулевой речного флота, вот правильно. И шли, он курс был. И такое же училище. Много желающих было. И, по-моему, в Аркуле речное училище было, филиал его был «Медвед». И вот я еще застал, люди в форме, там, в кляшах, в этих, в кителях, в тельняшках ходили. Все речники. Это, все это дисциплинировало, когда люди в форме. Когда вот. А потом вот стало больше куда-то скатываться на прогулочные. Вот появились эти речные автобусы «Заря». Хорошие. Ну, не так интересно. Палубы не было. Садишься в автобусе и через стекло. И скорость. Смотришь, и даже там не было штурвала. А меня всегда удивляло, что руль в автобусе. Ну, они же на подушке, да, ведь? На подушке, да, там писали биологи там, в защиту, что ой, вред вят, это мальи несчастные, корчатся на песке от этой волны, и все. Ну, волна была приличная, волна была приличная, да. Мальков я не встречал, но вот ушло, последние сохранились в полянах. Они еще были в начале 90-х, в первой половине. Да. Однажды я на таком тоже был в гостях в Вятских полянах, и просто ходили эти, там вот «Заря», чуть поменьше «Зорница», там была «Зорница», и я смотрю, там написано расписание, и мне интересно было, и я вот отправился в путешествие в Тольятти. Из Вятских полян? Да, из полян до Тольятти ходил такой пароход. Но не так. Когда, конечно, гуляешь по палубе, когда там куда-то можно выйти, зайти в буфет, а там сидишь вот в автобусе. Ну, обычное сиденье, да, кресло. Вот эти, и, да, конечно, стоит отметить старые наши прогулочные теплоходы. Вот нынешний у нас «Ирчан», да, это, по большому счету, это десантный паром, который должен в боевых действиях перевозить до 800 десантников с полным вооружением. А об этом, собственно, свидетельствует его конструкция. Да, да, когда вот она откидывается, вот эта вот передняя часть, заходишь, либо выходишь. Насадка его где-то сантиметров 60, но вот то, что сейчас вот он... Плоскодонка, да, ведь он? А? Плоскодонка? Да, он, конечно. Плоская. У нас, да, наверное, куда-то он туда, до старого пляжа, назад. А раньше было интереснее. То есть были сюда и типа Москва прогулочные, и палубные теплоходы. Они ходили до Загарского моста. Это было примерно больше часа, наверное, туда-обратно. А так, летом вообще вот было их два. Один просто теплоход, белый, красивый, а второй тоже буксир. А сбоку у него была баржа с брезентовым тентом и с электричкой. И вот туда писали заявки целые заводы, институты, и это образовательные учреждения. И семьями с утра на пароход куда-нибудь на пляж в районе того же Загарского моста, или где там пляжи навят. И их там на несколько часов высаживали, а потом собирали обратно. В основном всех собирали. Ну, наверняка были ситуации, когда кого-то трудно было найти. И обратно. Вот я даже помню, что домоуправление могло себе позволить. Заказать. Однажды я был еще пионером у нас, юным пионером. У нас во дворе летом на каникулах повесили объявление. Там бла-бла-бла, домоуправление, прогулочный теплоход. И мы все дети с атомами, с этими вареными яичками, там, с помидорчиками, с полотенцами, с ковриками собрались. И нас также дружно в порт на белый красивый теплоход и на пляж вот на целый день. Домоуправление, банальный же, там, который не только деньги тянул с населения, но чего-то и социально значимое организовать, да, отдых какой-то коллективный. И вот постепенно стало все умирать. Я говорю, что огромное пароходство, которое занимало там несколько этажей, целый этот первый этаж дома, даже ни одного еще филиала, сейчас занимает маленький, номинально где-то какой-то домик
в селе Большая гора, в деревне даже Большая гора у Филейского. Перестало все умирать, убрали железную дорогу. Вот, 78-го года вообще прекратилось вот это прогулочное. Теплоходы стали только возобновлять. Вот вся структура ушла, неактуальны стали уже и, видимо, профессии моториста речного. Ну, мало у нас, конечно, лето, мелкая река, хотя вот даже не только по Вятке, малому пароходы заходили и все. Но таким образом все это умирало на наших глазах. Не верю я в слухи, вот все это, на мой взгляд, популизм, что мы сделаем Вятку судоходной. А зачем? Ну что, ну сколько затратят? Но это вот вы то, что сейчас работали... говорите о том, что современные власти у нас, да, тут что у нас земснаряды, ладно, песок, они мыли там песок для дорожного строительства, что-то, ну вот именно с целью. Все равно у каждого третьего машины все равно поедет пароходы, они уже, ну не знаю, очень мне не верится в это явление. Вот, еще в 60-е годы получило развитие это вот, такое явление, маломерные суда. Да-да-да, вот я тоже хотел спросить, а когда, собственно, там, спрос начался на личные такие судна? В 47-м году был создан первый подвесной лодочный, ну, до войны были образцы, двигатель назывался он «Казанец», вот в музее ВятГУ он есть. Там, да, маломощный, наверное, такой, да? Такой двигатель, да, он такой, бензобачок такой, ну, он маломощный, он двухтактный, конечно, но даже легче, чем некоторые вот миниатюрные «Ямахи» и все, чух-чух-чух-чух так работает. Потом в 60-е годы появились лодки «Казан», вначале дюралевые, потом разные разновидности, там «Воронеж», «Шопи», «Крым», в общем, вот целая лодочная станция была, даже не одна, были частные лодки. В деревнях очень популярно было иногда где-нибудь вот в низовьях Вятки, особенно сидишь на берегу, рыбачишь, и целый сток сена плывет по реке, а потом смотришь, огромная деревянная это лодка, плоскодон, сзади мотор советский, сток были на чем-то держится рыбой, там, и все, да. И человек там где-то этого сена накосил, и целый сток везет по Вятке. Вот, вот тоже ушло, но сейчас это возрождается, но тогда, в принципе, было доступно, когда особенно бензин был дешевый, мы и на охоту вот плавали. Но сейчас по Вятке, кстати, можно увидеть довольно симпатичные маломерные суда. А сейчас, там они есть. Симпатичные, стоят. Старые восстанавливают. Были ведь лодки «Серебрян» с каютой, где жить в ней можно было. А сейчас это возрождается, но это уже, конечно, для сейчас, ну, считается каким-то уже таким премиум, таким, премиум отдых такой. Да? Мотор-то любой, резиновую, пластиковую, надувную лодку может любой, там, но это в пределах. Но это ПВХ-шную, как-то, чтобы за рулем, с комфортом, там, с девушками в купальниках, до повятки, до ограничения постоянно водили. Нельзя с такого-то места, нельзя нерест, нельзя там-то, там-то. Ну, вот все это стало умирать, и в итоге, конечно, пришло к тому, что мы сейчас видим, когда вот Ировчан уже вызывает, о, живое. А тогда ведь, когда на прогулочном теплоходе вниз тебя везут, то там тут баржи, тут что-то, землю... Постоянно есть, да, на, зачем наблюдать, моторные, впечатления все, и так далее. Кучи. Ну вот, ну и, конечно, в конце остается еще чуть-чуть. Моя любимая тема – это... конечно, катастрофы. Вот. Не все я любимая тема, не благополучно. Ну да, я про авиацию пытался найти, но тоже мало. Конечно, пароходы и тонули, и горели, и чего только не было. В 43-м году шел по Вятке в низовьях, видимо, пароход, и баркас один был с народом, куда-то везли, второй с паклей, так называемый, ну, удель. Вот, и сел на все это хозяйство, видимо, все три плавсредства, то есть пароход и прочее, сел на мель где-то. И ничего, народу, а что там баркасе делать? Вот, их не высадили на берег-то вовремя. Я говорил, высаживали. А почему? Они полезли, видимо, на пароход, перелезли и в буфет, а в буфете алкоголь продавался. Понятно. И в итоге вся вот эта братья на мели в баркасе напилась, стали плясать под гармошку, а потом внезапно увидели дым, что это спали, третий баркас горит. И в итоге в 43-м году сгорел вот это два баркаса и пароход. Слушайте, это же военное время. Там, да, же, военное, ну, там же серьезное разбирательство. Да, и в наше время, вот, к примеру,
11 мая 1982 года теплоход «Ировчанин», ну, это уже прогулочного класса, вышел из вяз их полян в набережные Челны. У алой полуночи, когда теплоход проходил отдаленное от места, где-то между пристанями Гурьев и Мамадыш, вахтенный матрос обнаружил пламя, бушевавшее в кормовой части у алой буфета. Вот заметьте, у алой буфета. Опять потушить не удалось, огонь распространился по всей палубе. На вызовы бортовой рации «Ировчанина» не отозвался, а то прямо «Титани» там можно снимать, у нас местный вяз. Рассчитывать приходилось на собственные силы. Капитан Солодян сумел подвести пылающий теплоход залитому весенней водой берегу с целью спасти людей. Часть пассажиров оказалась отрезанной огнем в помещении под главной палубой. Спасать их пришлось через иллюминаторы. В общем, людей вытащили, жертв не было, но, опасаясь взрыва цистерн с топливом, команда затопила пароход. А люди, продрогшие и обгоревшие, ждали помощи около 6 часов, пока не подошли спешившие за плотами буксиры. Вот, это вот да. До сих пор этот «Ировчанин» лежит на дне, и на дне, наверное, много лежит. Вот у нас еще и тайны есть. Вяз, ну, говорят, сокровищ что, там, скорее всего, нет. Говорят, что когда пароход ходил даже по Амутнинскому пруду у Печес, и когда купца в 18 году поперли, он его потопил на середине этого пруда, и сейчас вот в хорошую погоду, видимо, глубоко, когда нету ряби, то говорят, что еще можно даже рассмотреть, разглядеть. И соль, а вот все утонуло, может быть, и это, и интересные экспедиции спасательные. Вот, к сожалению, вот я вчера листал, это очень интересная тема, у нас очень мало вот истории, вот, ну, Упечес и флот, он понятен, а вот дальше очень мало, о вчерашнем пароходстве очень мало сведений. Есть воспоминания речников, есть энтузиасты, которые фотографировали все пароходы с 50-х годов, но они по разным причинам не могут это выложить, вот, не найти с перечня судов, вот, не было летописца пароходства. И это попытки вот делал священник в Аркуле, но все это осталось пока у нас terra incognita, страной не исследованной. И поэтому вот сюда и мое мнение, надо и создавать и музей какой-то из того, что еще можно найти, и вот заняться этой проблемой, даже это печатное издание сделать, потому что это огромная страница истории Вятского края, которая уже перелистнута, на мой взгляд, навсегда. Завершается на этом очередная программа «Сделано в Вятке», но я думаю, что мы сделали приятное тем, да, нашим слушателям, жизнь которых или жизнь родственника которых была связана с речфлотом. Действительно, это большая и очень славная история, замечательная, с многочисленными ответвлениями, историями, воспоминаниями. Ну и для тех, кто впервые, возможно, представителям современного поколения об этом слышал, тоже было интересно. Спасибо большое, Евгений Питонин. Еще раз приглашаем на сегодняшнюю выставку в инженерии. Да, открытие. Да. Ну и до новых встреч, до новых программ. Всего доброго. Счастливого плавания. Всем. До свидания. Сделано в Вятке.